Уже несколько лет в молодежном центре детей учат играть в бадминтон. Есть две программы – общий вид спорта бадминтон и спорт глухих бадминтон. Вторая программа – предпрофессиональная, полностью адаптирована для детей с нарушениями слуха, чтобы они овладевали техническими навыками игры. Воспитанники молодежного центра достойно выступают на различных спортивных соревнованиях, в том числе и международного уровня. В этом году к этим двум программам добавится третья. Благодаря победе проекта «Бадминтон. Спорт равных» на всероссийском грантовом конкурсе в августе молодежный центр начинает интенсивный курс по бадминтону. Руководитель проекта Парамонов Артем Дмитриевич – это воспитанник молодежного центра, который много лет тренировался под руководством Точилиной Елены Михайловны. Это вообще отдельная история, история успеха удивительного человека, который, несмотря на свой недуг, Артем является инвалидом по слуху, он тренировался с детства, занимался плаванием и больше 10 лет уже занимается бадминтоном. Является кандидатом в мастера спорта. Средства гранта пойдут на закупку спортивного инвентаря и оборудования. Новый проект нацелен на обучение детей и членов их семей игре в бадминтон. Тренировки будут идти 6 месяцев 3 раза в неделю. 7-й месяц посвятят подготовке к соревнованиям. Затем участников проекта ждет внутренний турнир. Проект рассчитан как на здоровых детей, так и на ребят с нарушениями слуха. Также на тренировки приглашают родителей и других членов семьи ребенка с ОВЗ. Этот проект он несет еще и социальную адаптацию таким детям. И родители, находясь вместе с детьми или члены их семей, они погружаются в тренировочный процесс, они видят изнутри, как это все проходит, что они совершенно спокойно могут оставить своего ребенка. Ну и потом многим детям им просто сложно адаптироваться, так скажем, в чужой обстановке. Сложно найти иногда с первой, так сказать, на первой ступени общий язык с тренером. А здесь всегда рядом человек, который поддержит морально. Обучение в рамках проекта бесплатное. Занятия начнутся в августе. Возрастная категория детей от 7 до 14 лет. Возраст взрослых не ограничен. Записаться можно по номеру 99 118. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.